Всем привет, дорогие друзья, с вами Сэмчик, и в этом видосике я вас научу делать вот такие вот прикольные аниме-пикчи или аниме-аватарки. Смотрите, для этого нам понадобится обычный телефон, или же можно это сделать с компьютера. Сейчас вам переключу сцену. Открывайте любой браузер, после чего вводите вот такую вот ссылку. Она уже есть в описании или в моем телеграм-канале. У вас открывается такое окошко, нажимаете вот на эту кнопку. На телефоне и на компьютере управление абсолютно одинаковое. Дальше вот на эту, если вы на телефоне, у вас откроется галерея, если вы на компьютере, у вас откроется специальное окошко. Я буду показывать на примере своей аватарки из ВК. Смотрите, иногда этот сайт выдает вот такую ошибку, это нормально, просто перезагружайте страницу. Все делайте то же самое, если вдруг у вас выдало ошибку. Ну, обычно с первого раза оно проходит сразу. Смотрите, у меня оно почему-то не проходит даже со второго. Сейчас еще раз на всякий случай попробую. Давайте еще раз обновим. Еще раз и еще раз. Просто я делал уже очень-очень часто, поэтому не знаю, может не пройдет. Все, прошла. Да, смотрите, ребят, если что, обновляйте просто много раз страницу, и все у вас получится. В нейросети много похожих лиц, но в принципе получается достаточно прикольно. Смотрите, все, оно уже обработалось. Вот такой видос запускается. Он со звуком, но вам его не слышно. Все, вот такая вот обработка. У меня получилось сделать несколько прикольных обработок. Такая, такая. Также вот такой вариант. Ну, как вы видите, меняется в основном лицо, прическа и вот то, что в руках. Вот такой вариант и... А, ну тут уже закрыл я. Смотрите, как сохранить эту фотографию. Нажимайте, если вы на телефоне, 3D Touch, сохранить фотографию или добавить в галерею. На каждом телефоне по-разному. Если вы на компьютере, правой кнопкой мыши сохранить изображение как. Выбирайте папку, куда она скачается, и все. Ну что, ребят, на этом я буду заканчивать этот видос. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк, подпишитесь на канал, напишите свой топовый комментарий. Всем удачи и всем пока-пока.